И задача, которую мы сейчас с правительством Республики Саха-Якутия ставим перед собой, это, безусловно, ускорение экономического роста. И здесь подход предельно прост. Действительно, флагманом экономического развития Арктики должны стать крупные сырьевые проекты по освоению уникальных богатств, которые в Арктике есть. Необходимо, чтобы вслед за экономическим ростом шло развитие социальной инфраструктуры, которая, не будем лукавить, сейчас находится в бедствующем положении. Повышалось качество граждан и создавались новые рабочие места. И я хочу присоединиться к словам благодарности и в адрес коллегам из Совета Федерации, и в адрес Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, потому что мы видим достаточно четкое понимание и готовность услышать позицию регионов.